Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков. Я нахожусь на бездонатном аккаунте, который я развиваю с нуля, и прости меня, Господи, с чистой силой. Сразу, первый момент. Вы вот спрашиваете, где этот видос? Вот мы вот ждали, когда ты будешь открывать вот эту вот донатную карту на своем бездонатном аккаунте. Вот, халява, халява, плиз, как говорил один мой интересный знакомый из Германии. Но, тем не менее, ребят, очень все просто. Я был бы весьма рад к вам обратиться за помощью. И если вас реально интересуют выпуски про яйцо, и вы хотите, чтобы я просто бомбил каждый день, не останавливаясь, там каждый день какая-то прокачка какого-то героя, пожалуйста, поддерживайте, пожалуйста, ставьте лайки, пожалуйста, пишите комментарии, пожалуйста, проверяйте колокольчик, чтобы приходило уведомление, потому что прошлое видео я записал с обзором невероятнейшего снеговика, вы тоже очень просили, но это видео почти никто не посмотрел. Я не хочу жаловаться, не хочу плакаться, но тем не менее, тоже достаточно трудные времена для моего канала. И так, как бы они не были легкие, но за лишнюю поддержку, просто благодаря вашей активности, друзья, я буду вам весьма благодарен. Потому, ну, не поленитесь, может, зарегистрируйтесь на YouTube, подпишитесь, проверьте уведомления, чтобы приходили. Самое главное, активность, ваши лайки, ваши комментарии, какие-то ваши предложения в комментариях. И не забывайте, есть отдельный плейлист, с выходом, ну, в этом плейлисте все выпуски про яйцо вы можете просмотреть, можете даже поностальгировать, посмотреть плейлист про тунца. Это как бы совершенно другое время было в игре. Так что, ребята, если что, усаживайтесь поудобней, расчехляйте свои пельмешки, наливайте в кружку печеньки, и все у нас будет хорошо. Главное, держитесь, главное, не депрессуйте. Это трудно, я и сам пытаюсь, но, тем не менее, моем руки, и все у нас будет хорошо. Также отдельную благодарность хотелось бы выразить тем людям, кто оформляют спонсорские подписки. Это тоже очень важно, потому что даже та маленькая монетизация, которая на YouTube была, она понизилась в 3 раза. Блин. Ладно, ничего страшного. Так, первое, что я хотел сделать. У нас сегодня будет интересный выпуск, он такой, наверное, лайтовый. Хотелось бы прорекламировать гильдию, которая меня постоянно поддерживает, за что им огромнейшее спасибо. Называется Goldgrad. Вот, и как бы, ребят, набор от 200 тысяч силы, но нужны реально игроки, которые ответственно относятся к битве гильдии, а не так, что, знаете, многие вступают, но потом битву гильдии не проходят и, как бы, ну, так не катят. Там хороший коллектив, ребята активные, развиваются, играют, хотят что-то делать, и если вы такой же, то берите к ним и вступайте. Вход в гильдию через WhatsApp, номерочки у вас указаны, списываетесь, вступаете. Конечно, лучше было бы и проще Telegram для набора игроков, да, ну, если пользуются WhatsApp, ну, пускай пользуются, кто не без греха. Вот, места еще много, но, опять же, нужны опытные игроки. Вот так вот. Далее, ну не то что опытные, а то есть активные. Далее, что хотелось бы отметить. Знаете что? Во-первых, да, мы сейчас будем забирать всю халяву, но мне хотелось бы вот прям на видео с вами тут попрокачиваться. То есть мне нужна мана. Мана. Мана у нас есть, и это не может радоваться. Посмотрим, сколько мы здесь сможем прокачаться. А дальше нам снова маны не хватает. Давай, у нас есть это добро на складе. Ребята, мы крутые, независимые, бездонатные игроки. Так, снова использовали. Дальше. Слушай, блин, а мы можем так далеко прокачаться. Ну-ка, давай. Сегодня еще, знаете что, зайду туда, куда давно не заходил. А именно, ребята, именно прокачка смотрителей, потому что я про них забыл. Забывал я про них. Почему? Потому что у меня не было орденов. А потом я как-то на халяву получил множество орденов. Посмотрим, что-то у меня там есть возможность прокачаться или нет. Слушай, а что я все тут прокачался на максимум? Ну да, смотрите, здесь я прокачался на максимум. То есть нам остается поднимать силу и качаться дальше. Ну, конечно же, если бы я не сливал силу за счет допов, то было бы все намного лучше. Далее. Я уже забыл вообще, как заходить к этим смотрителям, честно, я туда не залезал, и сейчас вместе с вами буду брать, ребята, и реально тупить. Кстати, в сообществе я опубликовал запись на ближайшую где-то полнедельную, ну, на несколько дней,
То есть, и там я написал, по каким дням какие стримы будут. То есть, как бы вы можете узнать по вечерам, какие стримы будут проходить. То есть, сегодня будет стрим по World of Tanks. В пятницу, в субботу будет стрим вместе с Русланом Кудриным. Фан-стрим, там, где мы будем общаться, обсуждать какие-то темы в ламповой обстановке. В воскресенье битва замков. Понедельник Майнкрафт, я не буду про него забывать, потому что у нас там есть сервер, там играют игроки, и надо там тоже чем-то заниматься. А во вторник мы уже начнем проходить игру God of War. Может быть, кто-то из вас уже прошел, может, кто-то видел прохождение, но все равно это очень крутая игра на Sony PlayStation. Sony PlayStation, к сожалению, у меня уже давным-давно отдыхает и ничего не делает. Как бы нужно, ребятушки, поиграть. И надеюсь, эта игра не сильно дорого стоит. Я ее приобрету и вместе с вами будем проходить. Также по утрам, ребят, кому интересно, приходите на Twitch. Тоже все зависит от вашей активности, но я вот как-то даже начинал стримить каждое утро, когда просыпался, вместе с вами пить кофе и смотреть какие-то видосы, тоже что-то обсуждать. Но это все достаточно быстро закончилось, как бы даже плевать на то, что онлайн маленький, а больше проблема то, что, ну, как бы вы там особо в чате не активно писали, потому кому, да, кто хочет с утра вместе мое кофе пить, приходим на Twitch, будем там, не знаю, какую-то херь в интернете смотреть, или, может, сериалы даже, не знаю, как бы ваше предложение. Я на днях запущу пробный стрим, посмотрю, что вообще там будет происходить. Все ссылки вы можете найти в описании. Теперь у нас невероятная задача перед нами стоит, это найти то, как прокачать смотрителей. Так, я честно забыл, куда заходить. Подожди, это демоны. Дальше. Это какие-то... Ясно. Дальше. Кстати, королевская битва куда-то пропала. Слушай, ну это реально тупнёж какой-то, ребята. Вы меня конкретно так, извините. Но я забыл, как заходить к смотрителям. Подожди, заходим сюда. Здесь нету, да? Заходим сюда. Это что такое? Окей, это у нас прокачка прорыва. Дальше. И пишите в комментариях, какого героя мне следующего прокачать. Вот. Я, конечно, 100% выполнять не буду, но мне интересно ваше, друзья. Слушай, ну это реально бред. Я не могу вспомнить, как найти смотрителей. Вот реально туда давно не заходил. Все, в игре настолько дофига всяких непонятных вещей, всяких плюх. Ну подожди, логично, где они могут быть? Блин, вам, наверное, смешно. Подожди, здесь? Нет, здесь снаряжение. Вот, древние испытания смотрителей. Наконец-то вспомнил. 14 уровня прокачано. Здесь у нас какой? Так. У нас, видишь, у нас 2 200 000 орденов. Теперь можем спокойно это все дело попрокачивать. Давай всех подряд. Слушай, и сила растет. И как бы так конкретно растет. Это не может не радовать. Интересно, за ордена как долго это все дело качается. Так, а потом уже можем идти пытаться ломать древние испытания. Потому что там тоже давно не были. Может быть, какой-то уровень не сможем пройти. Но я думаю, древние испытания мы будем ломать не сегодня. Какой-то другой день. И так это видео будет слишком долгим. Потому что как бы я еще даже не начал забирать халяву. Тут полчаса, короче, искал этих смотрителей. Так, улучшить. Окей, 18 уровень. Уже до какого уровня они качаются за ордена? Слушай, я уже начал переживать вообще, хватит мне орденов или нет. Так, 18 уровень. Давай до 20 качать. Оп, 19, 20. Дальше. 19, 20. Дальше. 19, 20. Окей. А давай, 22. 21. Вот, началось 22. И все равно, видишь, требуется мана. То есть мана у меня все равно закончится. И эти камушки, смотри, у меня накоплены. И как бы шутка шутками, но эти смотрители мне тоже помогут. Ой. Давай до 25 попробую прокачать. Вот 25. Мне хватило. Дальше. Оп, оп, оп. А эти, понимаешь, эти камушки-то копились постоянно. Так. Есть. 25. Ну, давай до 27 качаем. 27 есть. Дальше. Да, у меня скорее ордена закончатся быстрее, чем эти камушки. Так, 27 прокачал. Так, 28, друзья. 29. И давай 30.
Слушай, ну смотрите, в два раза прокачал. Оп, 30-й. Дальше. Оп, 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 30-й. Слушай, ну красота. Ну давай до 32-го. Ну давай до 33-го. 33 богатыря, вот это вот все, как мы любим. Давай здесь, оп, оп, оп. Есть, хватило. Улучшить. Смотрите, уже остался 1 миллион только орденов. Вы посмотрите, уже 160 тысяч силы. Вы посмотрите, как я бустанул силу, друзья. Раз, два. О, камушки закончились, смотри. Окей. Да, надо проходить древние испытания. Оп. Раз, два. Смотри, желтых еще нормально. Обычно красные вроде... А, нет, красные были такие самые. Ну вот, смотри, вот все, что я мог прокачать. Давай тогда святого качнем. Все, вот нам по 161 тысяча силы, друзья. Слушай, а что у нас с древними испытаниями? Древние испытания мы только на 12-м. Ладно, это уже какой-то другой день будем проходить. Уже 11-минутное видео, а я хотел это видео назвать гордо, халява, на бездонатном аккаунте. Давайте проходимся по бесплатным акциям. Добыча пирата, ну, как бы тут... Когда-то это была супер крутая акция, да, но сейчас посмотрите, ну что это? Ну это полная ерунда, как бы. И когда-то мы сливали, донатили под эту акцию, да, то есть там можно было кулаков себе накрутить, и вот это вот все, как мы любим, да, но сейчас, конечно, ребят, не очень. Так, карта богатства, мы забираем эти сундучки. Парящий остров, заходим. Слушай, здесь даже нам как бы нормально дали, а не какие-то там камушки. Дальше. День замковладельца. День замковладельца начался. Войди в игру и получи приз. Давайте попробуем. Ой, вы посмотрите, какое они красивое оформление сделали, да? То есть вот у нас первая награда за сегодня. Окей, забираем. Дальше. Счастливое число. Это все ерунда. Так, фонарики желаний. Продолжаем. Не знаю, до конца не понимаю, как эта акция работает. А, это я только в 8 вечера смогу, да, получить? Окей. Ну и как бы на этом все. Но мы теперь заходим сюда, вот это забираем. И мы что еще делаем? Теперь мы можем, вот, у нас тут теперь что-то доступно. Сколько? Миллион значков почета, да, Просто без базара. Так, это нам тоже надо места освободить. Места, как говорится, не резиновые. Так, книжки. Слушай, книжки еще есть. Так, давай. Вот мы давай 2 миллиона откроем. Окей. 2 миллиона значков. Оп, почета. Смотри, сколько. 30 тысяч кулаков забирает. Миллион синих криво божечки. Как это страшно все выглядит. И то есть что, все? А, ну как бы все, мы бац, и на максимум прокачались. Красавчики. У нас 161 тысяча силы. Что мы здесь получаем? Непонятно, что мы получили, но что-то получили. У нас уже как бы накопилось даже с халявы 6500 самоцветов. Они пригодятся для прокачки других героев. Как бы, ну там созвездия будем ролить, еще что-то. Акция у нас говно. Ну и теперь самое интересное, ребята. Переходим в ваши подарки. А, давай вот пока самое такое тупое откроем. Дальше эти осколки откроем. Нас-то интересует, конечно, определенно одна карта. Вот это набор почтения. Тоже ерундистика. Ну, как бы, копейка рубль бережет, так потихонечку ресурсы-то собираются. Так. Окей, дальше. Что нас еще интересует? Сундук форта тоже. Ну, как бы уже давно разработчики забыли про эту локацию, про награды на этой локации. И там у нас зачастую какашки падают. Так, здесь это открываем. Здесь мы это открываем. Кто не знает, я в одном из видосов в хватайке, короче, получил эту карточку. Так, тут у нас сундучки интересные. Опа, порочный пак нам выпал. И что самое главное, ребята, нам повезло, выпали слизи блатные. Выпали блатные слизи, отсюда они выпадают? Нет, отсюда они не выпадают. Ну, как бы нам эти слизи для прокачки героев нужны. Ну, тут прям вообще хорошо, книжечки и камушки пламени. Прям замечательно. Давай отсюда открываем.
тут уже книжечки не падают, тут скины всякие падают. Возможно, даже мы сможем что-то прокачать. Так, редкий мешок с эмблемой, это какой уровень? А, это первый, это неинтересно. А вот это уже, ребята, интересно. Надеюсь, отсюда выпадет что-то реально полезное и хорошее. Блин, ну вот это вот реально, ну вот это обидно. Ладно, на основном аккаунте, но на этом аккаунте, конечно, это, ребята, обидно. Вот. Если честно, касаемо новой карты, этой донатной, я не особо питаю иллюзии и надежд, что мне оттуда выпадет что-то нужное, да, и необходимое. Но, как бы, мы надеемся на Барда и на Лиса. Вот, а главное, это Бард и Лис для нас. Если будет Лис, то это будет просто шок-контент. Это, наверное, будет самым желанным, ребят, героем. Вот. Потом, как бы, по нужности Бард, потом Кровавая Мэри с Леди Божеством. Ну, а Дуэлянт нам уже падал, и он, скорее всего, сейчас упадет. Давайте помолимся великим богам рандома. Вот. Сами знаете, что здесь обычно падает Дуэлянт, в лучшем случае Бард. Ну, посмотрим. Как бы надежда, ребят, умирает последней. Ну вот, поставьте видео на паузу, пожелайте мне удачи в комментариях. И я надеюсь, вы это сделали. Сделали? А теперь я это открываю, ребята. Ну, погнали. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Просто сука. Вот, ну, вот. Ну вот, все надежды просто разбиваются в дребезги, понимаете? Я так оттягивал этот момент, понимая, что будет вот такой же результат, беспонтовый, понимаешь? Редко же, когда повезет, да, на бездонатном аккаунте такую карточку получишь. Вот, ну вот, второй доля. Вот, ну, Бард было бы просто супер круто мне для битвы гильдии. Но как бы нет. Ну вот, на этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо, кто решил мне помочь каким-либо образом, там, лайком, не знаю, проверкой колокольчика, спонсорской подпиской, комментарием. Да и просто спасибо тем, кто смотрит. Вот, всем пожелаю огромнейшей удачи, что самое главное, здоровье, и чтобы на работе все было хорошо. Всем пока, друзья.